Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и это 24-й выпуск нашей рубрики Fresh Talk, в которой мы вместе с вами стараемся интересно обсуждать безумные, смешные и иногда вполне себе будничные новости из мира ММА. Как вы уже могли догадаться по, наверное, непривычному фону, такому шторному фону позади меня, и вот по такой вот замечательной картине с надписью UFC 3, Welcome, и вот здесь такая женщина, которая бьет по груши. Короче, нахожусь я на бойцовском острове в Абу-Даби, куда прилетел буквально вчера, ну и посещу ближайшие три турнира, которые здесь пройдут 16, 20 и в ночь с 23 на 24 января. Естественно, ближайшие две недели здесь будет просто огромное количество репортажей, прямых эфиров, интервью и прочего контента, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы поехали. Или стартуем. Я сказала, стартуем! Что делаем? Стартуем! Ну а начать хотелось бы, наверное, с главной темы ММА в январе. Это бой Конора и Порье. Что мы знаем, скажем так, из свежего? До боя еще две недели, и Макгрегор уже вовсю проходит акклиматизацию. Он находится сейчас с частью команды в Дубаях, всего в паре часов езды от Абу-Даби и бойцовского острова. А вот Порье только вчера прилетел в Лас-Вегас, там он проведет двое суток на карантине и в Эмираты отправится только завтра. Но в целом оба бойца берут достаточное количество времени, чтобы адаптироваться к часовому поясу, к местному климату и к прочим условиям. Ну, по крайней мере, две недели выглядит достаточно солидным сроком, чего, например, нельзя было сказать о Джастине Гейджи, который прилетел в Абу-Даби за 7 дней до боя с Хабибом, ну и потом, по признанию команды Гейджа, это действительно было не самое удачное решение. Также на днях Конор поделился с подписчиками фотографией своей актуальной формы. И туда моментально полетели лучи восхищений. Монстр! Конор показал форму перед возвращением в октагон. Конор показал мощную форму перед боем с Порье. Конор показал невероятную форму за две недели до реванша. Ну и так далее. И не, я ничего не говорю, форма реально крутая, просто в этой ситуации удивляют, как какое-то количество людей может связывать то, как человек выглядит визуально, как у него прорисовываются мышцы, с тем, что он может показывать в клетке или на ринге. В принципе, вот год назад мы видели такого же Конора, только чуть менее сухого, потому что бой был в категории до 77 килограммов. Ну и согласитесь, в принципе, довольно тяжело как-то как-то по-другому представить, как должен выглядеть атлет такого уровня, с таким режимом тренировок, с такими специалистами вокруг в период пиковых нагрузок. Безусловно, будет, возможно, интересно посмотреть, как сработает эта форма. То есть, ну, может быть, Макгрегор вспомнит себя, допустим, образца боя с Максом Холлоуэем, да, где он провел, по-моему, максимальное для себя количество тейкдаунов за один бой. 3 раза он тогда перевел Макса на канвас, но сейчас, может быть, тоже захочет продемонстрировать, насколько он стал физически сильнее и будет швырять Дастина Порье все 5 раундов. Но мне в этой ситуации, ну, в принципе, по поводу этого боя интересно чуть другое, возможно, вам тоже. Еще перед боем против Дональда Серроне Макгрегор возобновил работу с ирландским тренером по боксу Филиппом Сатклиффом. Помимо того, что Сатклифф это безусловная легенда бокса для Ирландии, он участник 2 Олимпиад, именно Фил был тем человеком, который научил Конора бить. У него Макгрегор тренировался с 11 до 17 лет, и именно с его базой в свое время Конор пришел в зал SBG. Сейчас они снова воссоединились, и если в бою против Серроне мы толком не увидели, каков теперь Конор на руках, то в бою с Порье, возможно, такой вариант появится. Ну и еще один момент, который может интересовать по поводу этого боя, точнее перед этим боем на пресс-конференции, на взвешивании, на дуэли взглядов. Как Конор будет себя вести? Просто есть ощущение, что после боя с Хабибом Макгрегор стал гораздо спокойнее. Значит ли это, что Нурмагомедов его поменял? Или просто у Конора уже нет желания вербально воздействовать на людей, которым у него нет ничего личного? Будет интересно посмотреть. Лично я склоняюсь к версии, что Макгрегор просто достаточно поработал на свой образ, и теперь образ работает на него. Он это прекрасно понимает, и уже нет необходимости что-то из себя дополнительно выдавливать. Ну а давайте в комментариях обсудим, что же случилось с Конором, что он стал спокойнее, по крайней мере, в отношении всего того, что касается UFC, ну и что послужило этому причиной.
Дейна Уайт человек, который, наверное, больше всех ждет возвращения Конора. Ну и, конечно, меньше всего он рассчитывает в ближайшие две недели услышать сочетание слов Конор Макгрегор и коронавирус в одном предложении. Недавно Дейна пообщался с ESPN, и оттуда мы можем вынести пару важных цитат. Ну, во-первых, про титульник для Конора, ну или про претендентский бой для Конора, который за последние 4 года одержал в легком весе пока только одну победу. Кто бы что ни говорил о Коноре, он один из лучших в истории. Сейчас он сфокусирован как никогда. Я не знаю, останется ли этот его фокус после боя с Порье, но если да, то как нам не думать о том, чтобы сделать реванш с Хабибом? Если же Хабиб заканчивает, то Конор в случае победы над Порье будет драться с тем, кто на тот момент будет самым высоким номером рейтинга. А первую строчку на данный момент занимает Джастин Гейджи, ну и пока мало предпосылок к тому, что в ближайшее время условно это изменится. Кстати, почему-то есть предчувствие, что бой Конора и Порье в какой-то момент могут объявить за временный титул. Например, за несколько дней до поединка на каком-нибудь медиа-мероприятии, когда станет понятно, что уже вряд ли что-то сорвется. Ну и еще одна цитата Уайта из того же интервью ESPN. Если мы говорим о деньгах, то Хабиб уже может не работать до конца жизни. Денег у него выше крыши, но при этом он все еще способен делать то, что позволит ему и дальше зарабатывать невероятные деньги. Скоро мы проведем с ним встречу, впервые нормально сядем лицом к лицу и поговорим. Я не знаю, как пройдет эта встреча, но я буду пытаться изо всех сил, чтобы уговорить его еще на один бой. Честно говоря, складывается такое ощущение, что Дейна уже сам, ну, не верит в возвращение Хабиба, но продолжает разговоры об этом, ну, чтобы просто поддерживать тему, которая точно будет, ну, еще как минимум год актуальна. А вообще, напишите в комментариях, что бы такого мог предложить Уайт Нурмагомедову, чтобы тот согласился вернуться. Бабки, бабки, сука, бабки! Ну, а сейчас давайте немного отвлечемся от Конора и Хабиба. UFC официально анонсировали бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Он пройдет 6 марта в Лас-Вегасе на UFC 259. Ну и бойцы уже потихоньку начинают делать так, чтобы их поединок не затерялся среди пар Блахович Адесанья и Нунес Андерсон. Ходят слухи, что тебе негде тренироваться. Все в порядке? Я готовился к бою с Кори Сэндхэгеном в гараже. Надеюсь, тебе хорошо и удобно во Флориде, мистер Пощада, пишет Стерлинг. Не беспокойся обо мне, переживай о своей заднице. Я готовился в гараже к титульному поединку, так что не вижу здесь ничего особенного, отвечает Ян. Главное, не вздумай снова все отменить, а то в прошлый раз ты выбыл, сморозив какую-то чушь, закрывает диалог Стерлинг. Ну а готовиться Яну сейчас есть где, и делает он это впервые не в Таиланде, а в Майами в зале American Top Team. Находится Петр там уже почти неделю, и одной из главных интриг этой поездки многие считают потенциальное пересечение Яна и Андрея Орловского. Вы точно помните, что между ними была неприятная история. Если у человека действительно одна извилина, то пускай пишет, что пишет, но господи. Может быть, мы подеремся, я и забью Орловского. Не знаю, что будет при встрече, там вообще без разницы. У Sport24 появилось новое приложение, там вы сможете следить за мной и за всеми остальными бойцами. Ключевое – за мной. Ну а в России Владимир Минеев продолжает вспоминать сам и напоминать всем вокруг, что произошло между ним, Магомедом Исмаиловым, неконтролируемой толпой на турнире Fight Nights в декабре. Итак, пост первый. Владимир задается вопросом, что с таким остервенелым лицом пытается сделать тренер и близкий друг Исмаилова. Я максимально старался уладить конфликт. Угу. То есть, в первую очередь, я сдерживал Магомеда. Угу. Почему? Потому что Магомеда толпа сдержать не сможет. Он очень опытный в этом деле. Если он захочет добраться до кого-то, он сделает это, поверьте мне. Он умеет скидывать руки, там, дойти. Даже в тот момент между Магой и Минеевым были люди. Но в то же время Мага его подкинул там, и повалил, и начал бить. Поэтому я единственное, что я делал, это я разнимал и уберегал людей от последствий. Вот таким образом Магомед Мирзоев, как раз главный герой публикации Владимира, говорила через час после произошедшего. И этот ответ, это интервью, моя
личная трагедия и мой личный жесткий косяк. Тогда, к сожалению, со своего ракурса я увидел концовку эпизода, когда Мирзоев, ну, действительно вмешивался не чтобы ударить Владимира, а чтобы как-то остудить конфликт. А вот эта попытка удара в мое обозрение не попала, поэтому соответствующего вопроса не прозвучало. Поступок, безусловно, некрасивый, лично в моем понимании это невозможно оправдать. Как в понимании самого Магомеда Мирзоева, обязательно попробую узнать, когда в следующий раз будем что-то записывать. А вот так выглядит вторая публикация Владимира. Интересная иллюстрация. Здесь эпично все, начиная с кучи, которую Велимурат Алхасов разъяренно пинает с каким-то товарищем в шапке. Кстати, кто это? Обратите внимание на моего давнего товарища. Я ему сказал, будь рядом, снимай. Ну, он и снимал. А что ему делать-то? И Артур Алибулатов, которому я ничего не говорил, но он спешит разнимать. Ну и тут, кажется, все очевидно, как и очевидно то, что люди, которые, по-видимому, думали, что оказывают магии какую-то услугу, сделали ему только хуже. И уверен, что сам Исмаилов в последнюю очередь представлял, что все закончится вот таким вот образом. Ну, по крайней мере, это что-то, что все будут долго помнить. Друзья, на этом у меня все, но не спешите отключаться. Сейчас я хотел бы вам представить такой небольшой гид по самым интересным боям трех ближайших турниров UFC, чтобы вы точно ничего не пропустили. Итак, 16 января, вечер. Рамазан Имеев дерется с Давидом Завадой. Амари Ахмедов дерется с Томом Бризе. Насрудин Имавов против Фила Хоуза. Автор самого крутого нокаута 2020-го Хоакин Багли дерется с Олесио де Чирико. Главный бой вечера — Макс Холлоуэй, Келвин Каттер и со-главный, тоже крутой, Мэтт Браун против Карлоса Кондита. 20 января, вечер — Заруха Дашев против Суму Дайери. И главный бой вечера — Майкл Кьеза против Нила Мэгни. Ну и ночь с 23 на 24 января самая интересная. Умар Нурмагомедов против Сергея Морозова. Мовсар Евлоев против Ника Ленца. Да, Евлоев выскакивает на замену. Арман Царукян против Насрата Хакпараста. Жалгаз Джумагулов против Амира Албази. Махмуд Мурадов против Эндрю Санчеса. Дэн Хукер против Майкла Чендлера. Ну и главное событие вечера — Конор Макгрегор против Дастина Порье. Реванш. Это просто праздник какой-то. Турниры, между прочим, пройдут при зрителях, будет их на арене на каждом турнире в районе 2000. Если вас на арене не окажется, не отчаивайтесь, а подписывайтесь на наш канал. Опять же, здесь будет много всего интересного. Я постараюсь показать, как все было на этих турнирах изнутри, что осталось, может быть, за пределами камер, ну и все остальное. Тут, опять же, море интервью, репортажей, прямых эфиров и прочего. Поэтому подписывайтесь, давайте следить за этим всем вместе. Ну, всем счастливо!